Смотри. Смотри. Основная ее задача. Да, можно. Вот тут прикольно. Вот кулачки ставить, там бам-бам наставить, да? Но она еще здорово тебе в лицо отлетает. Да, да, вот, вот он, ты вот с ней работаешь. Да? Так, оп, оп, оп. Бам-бам. Вот, вот так, 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 так. Знаешь, то есть именно, да, ну, здесь проще именно вот это движение. Да, чтобы она мимо проходила. Если, чисто здесь, голову, без плеча. Я тебе секрет открою. Ну, голова без плеча не пойдет. Ну, в смысле, без заворота просто. Ну, так это наклон? Это же тоже плечевой наклон. Здесь вся фишка в том, что ты ударил резко, у тебя как раз здесь и нарабатывается какой момент? Что ты не ударил и руку забрал, а ты ударил и не забирая руку, не думая о ней, а сразу что делаешь? Защитное действие. Да, и рука сама возвращается. Пам. Где подставка, где? Конечно, бам, оп, вот плечики. Оп сюда, оп здесь, оп. А, прилетела, видал? Не в ту сторону. А почему прилетела? Я справа ударил, и она сюда пошла, видишь? А я сюда ударил. Оп, сюда, то есть на грушу, я от нее сделал. Видишь, здесь очень короткие движения. Вот сейчас момент был, да, есть защитное действие, что от правым ударил и сюда влево, но при скорости этой действия, короткого расстояния, у меня не хватило времени. Я, переходя линию атаки, я получил, то тогда что здесь нарабатывается? Правый и уклон влево. Левый. И опять, видишь, не переходя линию атаки, оп, сразу подсесть, сразу плечики бросить. Либо короткие наклоны. Это уклоны правый влево. То есть, когда ты просто ударил вправо, видишь, ты сразу что делаешь? Ты уже готов для уклона. Тебе осталось просто плечи бросить. Когда ты ударил левый, ты уже готов. Бля, фактически это уже полууклон, только удар ты вверх стал, а уклон ты подсел. Либо, если в другую сторону, мы разобрались с тобой, что сюда и обратно я не успеваю, что правый ударил и вправо я тоже не успеваю, груша прилетает. Тогда какой можно заменить место уклона? В этот наклон, да. Вот это работа маятника, так называемая. Вот работа корпусом плечами. Пам. В любую сторону могу. Сейчас влево сделал. Успеешь. Если ты не будешь ждать, пока рука вернется. Если ты не будешь ждать ответного. Здесь нарабатывается. Не жди ответного удара. Да, ты удар защита, защита удар. Вот здесь как раз и нарабатывается. Что ты не ждешь, пока тебе ответят. Пах. Ясно? Ты как раз вот работа сразу. Не ожидание удара. И получается в одно целое. То есть удар, защита, удар. Знаешь, ты раскатываешь свою массу энергии? Да, да, да. Да, оп, оп, оп. А вот эта группировка тебе в помощь. Ну да, там. А вот это тебя размазывать начинает. С другой стороны, как бы без рук же движение головой быстрее, с одной стороны. Почему? Ну, то есть, как бы вот так головой же чуть быстрее ходит, чем с руками. Правильно, быстрее будет, если твои руки начнут вот тут ходить. А если вот тут, вот мне совершенно не мешает. Если они находятся внутри меня, как бы ты руки не опускал, как бы ты пытался типа одной головой работать, они все равно к твоим плечам прикреплены. Они все равно, эта масса никуда не ушла. Если ты чуть-чуть вот так стал, то тебе за счет того, что они стали, теперь ты не вот такой стал, ты руку поставил, ты стал вот таким. Естественно, у тебя время, ты стал более широким. У тебя появилась менее маневренность. Тебя твои руки стали еще куда-то тащить. А когда ты руки внутри себя поставил, к себе прижал, то у тебя появляются более короткие, более резкие движения. Сейчас? Без рук. Если главное, чтобы не здесь. Но если ты прижми его с локоточки вот сюда, вот. Вот попробуй поделать корпусом, не отпуская локти. Ближе, уже, еще уже ручки все. Во. Ну что, менее медленно, что ли? Ну, как бы да. Но... Непривычно, это одна ситуация, вторая ситуация. Как-то так все равно проще, что ли? Конечно, проще, как бы кажется. Ну,
Можно и так, можно и так, можно и так. Но если твои понты поймают только, то тут ты успеешь чуть подсохраниться, понимаешь? Плюс ты нарабатываешь вот эту группировку, видишь? Вот эти плечики, вот он ты. Вот здесь. Угу. Вот они, спинка полукруглая. Вот он. Во. Посмотри, сколько степеней свободы у тебя. Главное, вот, еще раз, старина. Главное, вот этот грудной отдел, вот он. Вот за счет локтевого стола. Не руки прижимай к себе. Угу. Смотри, я не руки уж прижимаю, я локти поуже сделал. Да, вот он. Сожми кулачки. Вот. Таз надо. Вот. Вот ты локти поуже сделал, вот они висят. Во. Вот все. Вот здесь дырку оставляй, не бойся. Вот эту дырку оставляй, все. Ты здесь всегда бах, закроешься. Бабушка с дедушкой, Владушки играли. Оп, наклонись вперед. Так, у меня плечи напряжены. Где? А если ты вот таз назад уберешь? Сейчас не напряжены? Сейчас повыше. Правильно, знаешь, почему плечи напрягаются? Ты уже так встал. И ты не можешь локти свести. А вот так, когда ты опустил плечи? Да? Ну, так сейчас лучше, да. Вот он. Не спину прогибай сильнее, а просто таз убери. Вот, опусти кулаки. Посмотри, у тебя кулаки, носочки ног висят. Угу. Вот ты поднял руки к себе. Теперь у тебя локти висят, носочки ног, и есть возможность. Удобно? Ну да, больно. Вот и все. А теперь таз туда раз, вот как ты стоял. Угу. Попробуй локти свести. О. Вот и все. Так, да? Да? Да, вот. Таз под себя, да. Таз под себя, видишь? Вот не бойся. Это знаешь почему? Потому что ты боишься вперед наклониться. Mm-hmm. У тебя вот, видишь, сидит в голове, что впереди же нет опоры, я же упаду. Mm-hmm. А у тебя на самом деле вот он, носок ноги твоей стоит. Mm-hmm. Вот граница твоей опоры, это вот такой квадрат. Знаешь, вот смотри. Mm-hmm. Вот такой квадрат сейчас впереди. Если еще боком поставишь ногу, вот. Mm-hmm. Вот у тебя твоя проекция площади опоры какая появилась. Раз, два, вот он квадрат. И вот ты просто из фронтальной стойки, посмотри на меня, ты боялся вперед наклониться, что впереди опоры нет. На самом деле не за ноги, вот граница носочки ног. Ты на носочки ног опустил плечи. Опусти плечики. Вот и все. А теперь у тебя, смотри, какой квадратич, ты сюда можешь вообще наклониться. Поднял руки. Вот он. И не бойся наклониться вперед. Ты наклонился вперед, у тебя есть амплитуда назад. А если ты стоишь вот так, то у тебя назад амплитуды уже нет, ты уже ничего не можешь делать. Для отклона, да? Да. У тебя как раз вот работало, смотри, вперед, назад, вот она появляется. И наклонившись даже вот здесь, стоя вот так, ты не можешь сделать это движение. Ты уже там. А опустив здесь, я могу. Да, таз под собой. Пользуйся. Во, не бойся наклониться вперед. Вот там сделать, вот движение. Да, еще локоточки уже. Дай-ка со мной, смотри. Оп, вот то есть. Наклониться прям туда. Вот наклониться, не бойся. Посмотри, круг какой. Вот он ты. Вот, а локти, да, плечи, не выпрямляй спину. Да. Во. Локти еще уже. Во, локоточки вот здесь, вот. Постоянно круглая спина, молодец, во. Нормально, молодец, пользуйся.